Дилемма. Дилемма – это положение, при котором выбор одной из двух противоположностей одинаково затруднителен. Почему дилемма у меня, я расскажу в конце видео. А пока, здравствуй, дорогой друг, сегодня мы будем делать игровое компьютерное кресло. Впервые о чем-то более удобном и эргономически правильном я задумался пару лет назад. Доказательство этому стоит и пылится вот в том углу. И благо тогда это все вовремя остановилось, теперь же меня понесло по полной, и можно сказать, что я почти добрался до финиша. Почти. С уверенностью скажу, что технически это был мой самый сложный проект. Нужно было учесть много факторов, в том числе и медицинских. И на изучение матчасти я потратил не одну неделю в интернете. Общался с несколькими врачами, ортопедами и остеопатами. И когда критическая масса знаний уже была собрана, я приступил к работе. При проектировании я в основном отталкивался от такого понятия, как нулевая гравитация. Если говорить научным языком, это достижение состояния, при котором не проявляется действие вашего веса. И с точки зрения мебельной тематики, это невозможно. Однако маркетологи достаточно часто применяют этот термин, поэтому надо как-то адаптировать его под реальные условия и максимально приблизить к эксплуатационным качествам. Я для себя вывел следующее определение. Нулевая гравитация – это положение вашего тела, когда сила притяжения распределяется таким образом, что оказывает на него минимальное давление относительно вертикальной оси. Ну, или если говорить прям совсем простым языком, это максимально горизонтально. Как основу правильной посадки, с учетом этой самой нулевой гравитации, я взял вот эту схему из интернета. Она, кстати, достаточно часто мелькает в околонаучных статьях о правильной посадке при работе за компьютером и в аннотациях к массажным креслам. Тут нас главным образом интересует только одна цифра, а именно вот этот угол положения спины относительно ног. Все же остальное, например, положение рук, высота подъема плеч или сгиб коленей будут подгоняться уже под размеры моего тела. Для начала я решил сделать шаблон форму из дерева, по которой уже буду дальше варить каркас. Для этого использую две небольшие рейки на подвижном соединении и с помощью транспортира задаю нужный мне угол в 130 градусов, после чего переношу эти размеры на брус, из которого делаю шаблон. Первая сложность состояла в том, что я не хотел просто спинку, как у классического кресла, когда она примыкает к сиденью. Я хотел более интересную форму, чтобы между двумя этими частями было небольшое расстояние, которое сделало бы конструкцию визуально менее массивной и при этом более интересной. Так появилась эта часть с небольшим изгибом. Первые испытания показали, что очень больно и неудобно сидеть на узком брусе, и никаких положительных эмоций при этом я не испытываю. Поэтому на скорую руку из фанеры сделал небольшие сиденья и спинку. В целом, на данном этапе меня все устроило и можно было приступать к работе с металлом. Сначала я думал использовать профиль 40/40, но опять-таки дизайн, массивность, хотелось, чтобы кресло, несмотря на то, что оно все-таки из металла, выглядело максимально легко, поэтому остановился на профиле 40/20. И уже после того, как детали были нарезаны в размер, я решил внести небольшие изменения в конструкцию спинки. Во-первых, сделать небольшое заужение от середины до окончания подголовника, буквально пару градусов, 5 на самом деле. И во-вторых, в том месте, где это заужение начинается, на те же пару градусов завалить спинку, а вернее ее верхнюю часть, вперед. С анатомической точки зрения, наверное, в этом нет никакого смысла, но визуально в моей голове это выглядело достаточно интересно. И после всех хирургических манипуляций с болгаркой осталось только это все соединить. В местах, где спинка соединяется с сиденьем, образовались вот такие неприятные, но неизбежные торчащие части. Их я просто аккуратно вырезаю и формирую единую плоскость. В качестве временного соединения между собой я использую профиль 20/20, хотя на самом деле на тот момент я еще не знал, что это соединение временное, поскольку абсолютно полной картины конечного изделия у меня не было, и очень многие решения принимались в процессе постройки после каждого этапа. Например, изначально верхняя часть кресла соединялась с боковой под углом 90 градусов, то есть это был в прямом смысле прямоугольник. Я в таком дизайне, где присутствуют только прямые линии, вижу что-то футуристическое, но поскольку уже в процессе спинка поменяла свою геометрию, прямого угла там бы не получилось физически, поэтому буду делать округлые формы. В верхней части я сделал углубление, дабы профиль зашел туда полностью и не пришлось заваривать большой зазор, а углам придал округлую форму.
и когда конечная форма была сформирована, все проваривается. Промежуточный вариант мне очень понравился, хотя я немного пролетел в размерах и спинку пришлось немножко укоротить. Собственно, из-за этого и появились вот эти швы на пустом, казалось бы, месте. Осталось добавить последнюю часть, которая будет держать ноги ниже колена. Изначально сгиб должен был быть больше, но я подумал, что более горизонтальное положение будет удобнее. Также я решил повторить заужение, как было сделано на спинке. Правда, здесь оно чуть больше. Замыкает всю конструкцию такая же перемычка, как и в верхней части с округлыми углами. И мы переходим к самой интересной импровизационной части проекта, а именно его ножкам. Изначально я подумывал чуть ли не о сборном постаменте из 60-й трубы, но чем дальше я формировал каркас кресла, тем более легких и изящных форм мне хотелось видеть в ногах. И признаюсь честно, я до сих пор не в восторге от основания, которое у меня получилось. Я больше там видел, например, квадрат, нежели та вытянутая конструкция, которая сейчас есть. Но все-таки это не отдельный мебельный элемент в виде кресла, это единая конструкция, которая будет включать в себя много дополнительных частей, и эти части нужно между собой соединять. Поэтому получилось то, что получилось. По крайней мере, пока. Основание, к слову, из профиля 40 на 20. А в качестве опор для ног на каркасе кресла выступает 60-й уголок, и он же формирует нишу для сидения. Сами ноги будут из профиля 40 на 60, стенка 3 мм. Временными опорами из дерева я задал нужные мне высоту и углы, после чего интегрировал туда ноги. Точных углов я вам не скажу, потому что все подгонялось по месту. Верхнюю часть решил сделать все-таки независимой и съемной, иначе таскать всю эту красоту будет крайне затруднительно. На верхнюю часть ног приварил пластину 4 мм. Каждый сделал по два отверстия под 8-миллиметровые болты. Соединить все это ровно оказалось то еще для меня задачей. В ход пошло все, что лежало под рукой, и собрав такого вот Франкенштейна, аккуратно, но уверенно я начал все соединять. Тут важно было буквально после каждого нового сварного шва проверять все размеры, чтобы ничто не убежало. В противном случае в конструкции могли бы появиться ненужные люфты. Подлокотники. Конструкция кресла такова, что если подлокотники стоят на своем месте, в него просто невозможно сесть. Поэтому один из них будет откидной. Но для начала нужно определиться с формой, высотой и углами. Если будет слишком низко, это будет попросту неудобно. А если с высотой переборщить, будут уставать плечи. Нижняя часть подлокотников будет повторять форму каркаса кресла. Верхняя же будет просто прямой и переходить в одну плоскость с откидным столом, на котором будут располагаться клавиатура и мышь. Переднюю часть я сделал достаточно массивной. Это два сваренных вместе профиля, потому что в правом подлокотнике будет расположен поворотный механизм стола, и это достаточно большая нагрузка. Из-за этого я даже думал жестко приварить подлокотник к каркасу, но в итоге решил сделать съемным и закрепил на 3 8-миллиметровых болта. Для этого в каркас установил заклепки. Откидной механизм достаточно простой, в том числе потому, что он временный. Это труба в трубе. Если его работа полностью в дальнейшем будет меня устраивать, внутреннюю часть я заменю на подшипники. А пока труба меньшего диаметра встает в трубу большего диаметра, одна часть фиксируется к креслу, вторая к подлокотнику. И все это вращается. Чтобы вращение не было бесконечным, привариваю два ограничителя из 10 квадрата. Пришло время подумать о дизайне спинки. Тут я окончательно понял, что временные перемычки все-таки временные, теперь на фоне общей конструкции они выглядели очень топорно и, прямо скажем, неуместно. Профильную трубу было решено заменить 4-миллиметровой полосой, углы которой будут чуть загнуты, что сформирует уже окончательный силуэт. Спина в этих местах не опирается, так что с формой можно было немного поиграться. С помощью сложнейшего станка в виде угла стола и шаблона задаю нужную мне форму, и вот сейчас будет момент истины. Я сделал две одинаковые детали, которые зеркально повторяли друг друга, и в данный момент я пока не представляю себе форму подголовника.
Были мысли сделать круглую или полукруглую форму, которая повторяла бы овал головы. Но как это красиво вписать в прямоугольник, я не представлял. Приварив одну часть спинки, я начал примерять вторую и в какой-то момент просто положил ее на верхнюю перемычку. И тут у меня картинка полностью сложилась. Итоговый вариант полностью меня устроил, и я принял решение оставить именно его. Пришло время продумать, куда и как крепить мониторы. И тут было два варианта. Ну, вариантов на самом деле было больше, но мне подходили только эти два. Первый вариант, и чаще всего используемый в таких креслах, это закрепить мониторы сверху. Какие тут плюсы? Больше пространства впереди и, соответственно, меньше заморочек с конфигурацией поворотного стола. Из минусов – это сложность самой конструкции и, на мой вкус, достаточно олиповатый вид, если не делать нижнюю часть кресла достаточно массивной. Я склонился ко второму варианту, который чаще используют в конструкции автосимуляторов. Мне он показался визуально привлекательнее и более устойчивым. Хотя все это, конечно, чистой воды вкусовщина. В целом, конструкция простая, как табуретка. Два параллельных профиля 40 на 40 сначала идут вверх под небольшим углом вперед, далее идет изгиб, за счет которого профиль становится почти параллелен полу, и замыкает все это перемычка из того же профиля. Между собой вся эта конструкция сваривается профилем 40 на 20. Чтобы соединить две эти детали с основанием, привариваю профиль чуть меньшего сечения, чем внутренняя часть профиля 40 на 40. Я уверен, что существует уже готовое решение, это что-то в районе 36 на 36 или около того, но у меня такого под рукой просто не оказалось. И я сварил нужные мне детали из 4-мм полосы. Идет достаточно туго, но идет. К тому же такая плотная посадка избавила меня от необходимости закреплять эти элементы болтами, как задумывалось изначально. Теперь осталось закрепить на замыкающую перемычку длинную трубу, на которой уже будут висеть кронштейны и, соответственно, мониторы. Как и в случае с ногами, к трубе привариваю пластину и соединяю все болтами. Для регулировки высоты кронштейнов делаю отверстие 8 мм на одинаковом друг от друга расстоянии. Поскольку кронштейны будут кастомные, там, соответственно, будут такие же ответные отверстия. На самих кронштейнах останавливаться подробно не буду, поскольку это частично решение временное. Они нужны, чтобы понять уже финальные размеры всех элементов крепления. Это просто квадрат с отверстиями, к которому приварен профиль 40 на 40. И дальше поворотный элемент, который уже крепится к самому монитору. Из 10-мм фанеры сделал спинку, подголовник и ту часть, что держит ноги. Сиденье решил сделать сразу чуть более продвинутым и не просто положить лист фанеры. Это каркас из бруса 35 на 35 и мебельная стропа. Зафиналил все это большим куском 6-мм поролона. Да, кресло еще полностью не закончено, но из работы осталась только эстетическая часть. Это покраска, перетяжка и декоративные панели, которые скроют провода и некоторые элементы крепления. И не обращайте внимания на мой внешний вид и голос, на момент этой записи я немного приболел. Если говорить именно об удобстве, уже ничего не изменится. На данный момент пользуюсь креслом я уже 3 месяца, и с точки зрения погружения в игровой процесс, это, конечно, на несколько порядков выше, нежели классическое сочетание стола и кресла. Особенно это касается каких-то экшен-игр вроде шутеров или гонок. Пробовал недавно симулятор полета на самолетах, и пару раз было ощущение, что просто падаю назад. То есть именно игровой опыт от кресла максимально положительный. Ну и куда же без минусов? Первый минус обнаружился почти сразу, потому что играл я, можно сказать, взахлеб, и это такая обратная сторона этого погружения в игровой процесс. Время пролетает абсолютно незаметно, и спустя 5-6 часов затекает почти все тело. Если в обычном компьютерном кресле вы хоть как-то минимально двигаетесь, чтобы поменять позу на более удобную, то тут удобно сразу. И двигаться-то особо не нужно. И понятно, что тело без движения просто затекает спустя длительное время. И тут нужно либо делать продолжительные паузы, чтобы полностью размяться, либо встраивать массажер. Второй минус прилетел, откуда я совсем не ждал во время монтажа этого видео. Очень неудобно работать. Этот минус, в принципе, снимается, если вы наизусть помните свою клавиатуру. Я такой памятью не отличаюсь, и мне приходится на нее периодически смотреть во время работы.
А чтобы на нее посмотреть, нужно либо опустить глаз так низко, что видно внутреннюю часть века, либо отрывать спину от кресла. А с учетом того, что у нас тут нулевая гравитация, распределение веса и все вот эти вот дела, это больше походит на какие-то занятия и подкачку пресса. Менять положение спинки на более вертикальное – выход, но тогда для чего вообще все это делалось? Сделать спинку регулируемой – да, поможет, но нужно, чтобы и мониторы тоже меняли свое положение. Более сложными кронштейнами с дополнительными регулировками по углам этого можно добиться, будь у меня другая конструкция кресла. И, соответственно, вот она дилемма. С одной стороны, цель достигнута, и достигнута она на все 100%. Получился невероятно удобный игровой девайс. И даже видео так и называется – игровое компьютерное кресло, где слово «игровое» стоит на первом месте. Но вот что касается компьютерного, тут что-то пошло не так. Правда, не знаю, что сказать. Я определенно не жалею о потраченном времени, потому что я получил просто колоссальный опыт, который со мной останется. Но как я буду эксплуатировать это дальше, с учетом того, что играю я все меньше, а работаю все больше, видится пока туманно. И на этой ноте неопределенности у меня на сегодня все. О дальнейшей судьбе этого кресла смотрите в следующих видео. Надеюсь, что было интересно, а главное полезно. Не забудь поддержать видео лайком, а канал подпиской. Впереди еще много нового и интересного, так что скоро увидимся.